Я знаю, что она поэт, но я ни одной не читала ничего из ее творчества. Как человек положительно отношусь. Белые стены кухни залиты солнечным светом. С высоких стеклянных стаканов вежливо подан чай. Но, кажется, даже стены не выдержат напряжения. И смотрит со дна стакана в глаза мне моя печаль. Отлично. А печаль, а то, что весна не пришла еще, она ведь его пишет. Не, ну что, прикольно, мне понравилось. Понравилось? Да. Наївним назвав автор. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. Ну, так веселее. Зачем печаль? Я ж говорю, печаль, надо вообще слова избегать. А вот последний, как думаете, кому писала автор? Есть здесь скрытый смысл или вот лучше читать, вот, как написано? Ну, это о корове? Это так о жизни вообще, не только о корове, о природе, о людях, о животных. Это, ну как, корова – это рядом с нами, это животное, которое мы его любим. Сховалась любов у зачіпках серця гарячого. Тихесенько ледь виглядає, щоб не впадати у очі. Чаїться, мов птах обережний, та видно і незрячому. Вона тут живе, любов хизуватись не хоче. Як вам? Ну, красиво сказано, ну, я поэта ми, звісно, не називемо. Ну, слова, звісно, нормальні. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. Правильно, Макар, спасибо вам, я дуже довольна, да. Світлими народжуються, темними стають. Любити правду боляче, бо за неї б'ють. Легко – духом вільному, важко – жить в труні. Сам не прагнеш вишнього – заважай мені. Як вам таке? Ну, как бы философский смысл. Наивным. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. И что я должен вам ответить? Какие эмоции, чувства, мысли вызвали? Знаете, я сам из села. Как вы думаете, что может вызвать какие мысли, там, слово «корова» либо что-то еще? Ну, мне не понравился этот стих, потому что у меня он ни с чем не ассоциируется. Белые стены кухни залиты солнечным светом. С высоких стеклянных стаканов вежливо поданный чай. Но, кажется, даже стены не выдерживают напряжения. И смотрит со дна стакана «в глаза мне моя печаль». Ну, сильно печально, я считаю. Сильно, да? Чего печаль? Со стакана. Почему она печаль? Я не хочу печали. Наивным. Зачарована стоїть корова, мріє мрію про щасливу мить. Ось сяйне веселка кольорова, і коровам стане легше жить. Вот, ми дождемось веселки кольорової. Так, то підемо. Але ми не корови, так. Да. Але підтримуємо їхні прагнення до бачити веселку. Думаете, скрытый смысл какой-то есть? Да, я думаю, есть. Ну, в том, что, ну, как бы тут проводится сравнение, да, вот, ну, коровы, ну, просто, видимо, у каждого поэта свое видение проблемы, и вот она, возможно, вложила смысл, который, ну, каждый человек воспринимает по-своему. Некоторые подумают о том, что коровы сравниваются с некоторыми людьми, некоторые подумают, что смысла вообще нет. С большой поэтому... проблемой. Да. Большая корова – большая проблема, маленький теленок – маленькая проблема. А тут еще несколько коров – это вообще куча проблем. Мы ушли. Да. Спасибо, до свидания.